Выход на биржу крупнейшей в мире социальной сети Facebook должен привлечь в ее кассы инвестиции почти на 4 миллиарда евро. По крайней мере, такой целью задался 27-летний основатель сети Марк Цукерберг. Эксперты же полагают, что объем ожидаемых инвестиций составит порядка 8 миллиардов, так как спрос на акции может оказаться выше предполагаемого. Я полагаю, что стоимость Facebook в скором времени составит 200 миллиардов долларов. Вполне возможно, что это произойдет уже года через два. Сеть стремительно расширяется. У нас есть пользователи, которые активно продвигают наш продукт, и инвесторы, которые буквально рвутся в него вкладывать. Уже сейчас темпы развития компании стремительны. По всему миру около 850 миллионов человек имеют профиль на Фейсбуке. Многие пользователи размещают в своих профилях информацию о себе, причем личного характера. Таким образом, Фейсбук располагает данными, которые представляют собой большую ценность для рекламной индустрии.